Привет, друзья! Ну что, мне дико повезло. Сейчас я поеду на 32-м маршруте. Это такой длинный автобус двойной, который, как я уже говорила, электрический. Есть еще один такой. Так, это шестерка, не мой, у меня 32-й. Вот, поеду я на нем, посмотрим, что там внутри. Здесь вот стройка продолжается, вот этого высокого здания, превысокого. Вообще она мне не нравится, вот я не люблю вот эти вот нависающие конструкции. Здесь вот посадили такие симпатичные елочки. О, а вот, кстати, мой троллейбус. Ах, это троллейбус, электрические сети. Сейчас посмотрим, что там есть. Получается, у автобуса, у троллейбуса, пардон. Статья Гидро А. По шуму, по звуку он. Урбеза статья Гидро Б. В мешочке для транспорта радна Б есть облигатория портаря у лимошки, которая сама нормально так едет. Фарка рукавелин больда гласари, дарши лам, кареши кобору ресама с радиодистанция де минимум метру фаца де тоаде целелальте персоане, пекум ши са утилизаци дуар скаунеле маркаде у сектор де кулоре ферде. Где крестили мы внука нашего, моего. Вот немножко прокатимся до работы. Статья Гидро Б. Тоже, вот видите, на зданиях рисуют всякие. Не нравится мне это, конечно, такие картинки. Но куда деваться? По-моему, весь Запад такой. Ну и в России тоже рисуют на стенах, конечно. Să păstrați o distanță de 1 metru față de toate celelalte persoane, precum și să utilizați doar scaunele marcate cu semnul de culoare verde. Вот видите, тоже рекомендация идет постоянная о том, чтобы соблюдали дистанцию, садились на сиденья, которые обозначены зелеными пометками. Вот рекомендация, видите, вот зеленая такая на рукоятке. Вот. Ну а мы пока продолжаем ехать по району, который находится вокруг горы Тымпа. Вот сейчас это окружной путь, район довольно здесь старый, видите, да, постройки. Вот там вот гора Тымпа, но ее не особо видно. Здесь конструкции разные. Статья Спиталь.